О, это видео, черт. Короче, я попал на стажировку в студию Артемия Лебедева. Первый день искал вход. По ошибке зашел в хинкальную. Нашел там других стажеров. Вместе поели в хинкальной. Наконец, нашел студию. На входе прочитал, что это школа. Испугался, что снова придется сдавать ЕГЭ. Вместе со стажерами пошли изучать студию. Увидел старый телевизор, решил сфоткать. Вспомнил про NDA. Удалил. Сфоткал флаги на 7-м. Удалил. Сфоткал глобус на 6-м. Удалил. Прочитал советы стажерам. Выделил для себя самое главное. Пошел заказывать кофе с соком. Дали задание. Разобрать студийную библиотеку. Пошел искать библиотеку. Узнал про студийный магазин «Бином Ньютона». Накупил подарков родственникам из Рязани. Узнал про диджея по пятницам. Обрадовался. Пошел тусить. Топовая была вечеринка. Дали два новых задания. Решил отложить на завтра. Начали снимать видео. Как и все, решили использовать студийную «Волгу». Очевидно, это была плохая идея. Задумался, что делать после стажировки. Решил подать заявку на следующую стажировку. Раз, два, три. Короче, мы попали на стажировку в студию Артемия Лебедева. А, блин, это видео, да? Что, и все?